Одесский «Черноморец» продолжает подготовку к весенней части первой лиги на домашней базе в Савиньоне. Команду по-прежнему готовит Алексей Антонов. Правда, наши коллеги, ссылаясь на свои источники в окружении одесского клуба, анонсируют изменения в тренерском штабе. Основной претендент на пост главного тренера «Черноморца» – многолетний вратарь сборной Украины по футболу Александр Шавковский. Пока он помогает Андрею Шевченко в сборной Украины. Опыта самостоятельной работы в клубе у легендарного в прошлом игрока нет. А уже 5 марта «Черноморец» возобновит выступление в чемпионате первой лиги домашним матчем против «Авангарда» из Краматорска. Хватит ли времени Шавковскому в случае назначения подготовить команду для реализации главной задачи – выхода в премьер-лигу – большой вопрос.